Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас вот такая тема. Видите, вот две колоночки сегодня хочу сравнить. Вот это от Panasonic 74, CH74. И вот эта колоночка от Panasonic CH75. Вот. Блок. Как к одному блоку я подключил, в принципе, чтобы было сравнение как бы ровное. И сейчас послушаем, смысл какой. Посмотреть, где лучше не заиграют. Потому что вот эти вот динамики у них практически одинаковые. Видите, что вот этот вот среднечастотничек и вот этот супертвитер, они практически одинаковые, только расположение как бы другое. Вот этот имеет динамик, диаметр, сейчас померяем. Вот он тоже на пенке, где-то в районе 12 сантиметров. А вот этот динамик в районе 15 сантиметров. И вот мы сейчас замерим и посмотрим, какая колоночка лучше по низам отрабатывает. Ну, поехали. Мы сейчас композицию послушали. Как вы считаете, какая колоночка лучше играла? В конце они играли обе. Сначала играла от 75-го, потом 74-го, потом обе. Вот эти колонки очень похожи на айвские. МК-999. Объем примерно такой же по размеру. И динамики одинаковые по размеру. Поэтому вот вы послушали. И на айве считается как бы такой эталон. Многие говорят, вот Айви 999 самый супер, да? Ну вот и Panasonic вот тоже. Вот эта колонка в два раза мощнее написана там на характеристиках, чем вот эта. Ну сейчас давайте я сейчас еще какую-нибудь композицию нажму. И мы еще раз послушаем.
Нажатием кнопки. И что я вижу? А слева пыжик. Рулю ближе к нему я для стыковки. В ее глазах читаю я вопрос хуяси. Видать, я первый в ее жизни на С-классе. Я массе подарю развитие событий, но промолчу, что на С-классе я водитель. Послушали мы композиции, и что я хочу сказать. Ну, в принципе, вот это посочнее играет, мое такое чисто мнение, как бы по низам она как бы прорабатывает получше. Ну, а эти динамики, если они одинаковые, практически одинаковые, только я не пойму, почему мощность в два раза больше на этой колонке написана. То есть подавать на нее можно больше мощности. Вот только из-за этого динамика. Пишите свои мнения, будет интересно почитать. Спасибо за внимание и поддержку. До свидания.